Добро пожаловать на мой канал. Как сделать так, чтобы мужчина позвонил первым? Как вызвать звонок от конкретного человека? С моей нейромедитацией это возможно. Иногда бывают ситуации, когда нам просто необходимо, чтобы мужчина позвонил первый. Или нужно вызвать звонок старого друга. Это моя авторская практика, которая поможет вам в этом достаточно быстро. Давайте скорее приступим к этой энергопрактике. Устройтесь поудобнее. Примите комфортное положение, сидя или лежа. Полностью расслабьтесь. Закройте свои прекрасные глаза . Сделайте глубокий вдох, выдох. Расслабьте веки, расслабьте все лицо. Сделайте еще один глубокий вдох и медленный выдох. Расслабьте все свое тело. Вам хорошо, приятно и комфортно. Дыхание ровное, спокойное. Ваше внимание внутри вас. Сейчас в своем воображении очень четко представьте образ этого мужчины, этого конкретного человека, от которого вы ждете звонка. Представьте его полностью. Особенно четко представьте его лицо, его глаза, его улыбку. Сейчас, в эту секунду, вы видите в его руке телефон. Представьте, как он подносит телефон к своей груди и набирает ваш номер. Нужно представлять только цифры вашего номера. Пожалуйста, свизуализируйте, как он набирает ваш номер телефона. И вот сейчас вы четко слышите рингтон вашего телефона. Ваш телефон сейчас звонит. Вы представляете в своем воображении, что вы подходите к своему телефону и видите, что звонит ваш мужчина. Вы счастливы, вы радостны. Прочувствуйте эти эмоции удовольствия и радости от того, что он звонит вам, так, как вы и хотели, чтобы он позвонил вам первый. Вы в хорошем настроении, подходите к телефону и говорите «Привет». Он говорит «Привет, я очень соскучился». Ваша радость удваивается вдвойне. Сейчас представьте, что вы мило разговариваете с этим мужчиной по телефону.
На данный момент вы четко видите образ этого мужчины с телефоном в руках. И сейчас вы видите в своем воображении очень ясно и четко, что как бы сверху над этим мужчиной появляется золотистое красивое облако. Это золотистое красивое облако полностью обволакивает вашего мужчину. И мужчина представляется вам в свете золотистого солнышка, сияющего, прекрасного солнышка. Этот мужчина как бы растворяется в этом солнышке, сияет в этом облачке. Прекрасное, золотистое, доброе облачко. И сейчас снова представьте четко и ясно в своем воображении, что этот мужчина, ваш возлюбленный, снова проявляется из этого облака. Из этого золотистого облака он выходит к вам навстречу, делая шаг навстречу к вам. Он выходит из этого золотистого, яркого солнышка, из этого облака, улыбается вам, и вы видите телефон в его руке. И сейчас, пожалуйста, представьте, он снова берет телефон, поднося его к своей груди. И набирает ваш номер телефона. 8, 9 и далее ваши цифры вашего номера телефона. Сейчас в своем воображении вы четко видите, как ваш мужчина набирает цифры вашего номера телефона. И сейчас вы снова слышите рингтон своего телефона. Представьте в своем воображении, что вы подходите к своему телефону и видите, что звонит ваш мужчина, ваш избранник. Вам приятно, вы радуетесь. Вы счастливы. Вы берете трубку и говорите «Привет». Мужчина говорит «Привет, я так соскучился». Сейчас вы счастливы вдвойне. Вам хорошо, приятно и комфортно. Вы наслаждаетесь приятным легким разговором друг с другом. И сейчас вы видите снова, как ваш мужчина обволакивает золотистым облачком. Это облачко обволакивает и вас, и вашего мужчину золотистым, искрящимся, приятным потоком. Вы оба начинаете светиться, как солнышко. Чудесное, прекрасное солнышко.
В этой практике очень важна ваша вера. Ваша вера, которая перерастает в абсолютную уверенность и четкое знание того, что это происходит именно так, как вы желаете. И сейчас потихонечку выходите из этого состояния, подтягивайтесь, открывайте свои прекрасные глаза. Вы можете делать эту практику утром и вечером, очень эффективны утренние и вечерние часы. После этого днем не нужно об этом думать, не нужно ждать звонка, потому что это уже в вашем сознании, в вашей новой реальности имеется как полностью свершившийся факт. Да будет так, так оно и есть. Да пребудет с нами сила света, любви и добра.